Вот такие игры актуальны для поисковых собак. Заброс предмета в различные места и отправление собаки на поиск. Нашел. Так, собака сидит. Ждем. Ждать. Забросили предмет. Отправляем на поиск. Ищи. Сразу нашел. В дальнейшем такое занятие, такую игру можно усложнять. Хорошо. Дай мне. Дай. Со мной. Ждать. Усложняем задачу тем, что пытаемся закинуть дальше или туда, где гуще. Ждать. Сделали заброс. Посылаем собаку на поиск. Может даже вот так встать, чтобы меня не смотрел. Время чуть выждать, чуть попозже отправить. Меня посмотрит, тогда посылаем. Ищи. И ищем. Вот и. Вот уже собаке видно, что найти сложнее. Потому что закинули и отправили не сразу. И закинули дальше. Еще если мяч где-то в снегу, собака глазами найти не может. Ищет носом. Можно пробовать собаке подсказывать, если он вдруг будет затрудняться. Ждем. Пока что ждем. Видно, что собака еще не затрудняется и интерес не потеряла, поэтому пока ждем. Если придет и попросит помощи, то... Действовать необходимо по принципу от простого к сложному. Не нужно сразу так забрасывать, что собака найти не может. Так вы можете потерять предмет и не найдете потом вместе. Здесь собака искала уже предметы не раз. Пошли, ищи. Пришел попросить помощи у меня. Пришел ко мне, видит, что не может найти. Дали дополнительную команду собаке на поиск. Он сильно быстро бегает. Возможно, где-то пробегает. Когда начнет бегать медленнее, поиск будет лучше. Видно, что собака, по-моему, что-то почувствовала. Остановилась на одном месте. Принюхался. Возможно, почувствовала, где. По крайней мере, я сам уже точно не помню, куда я бросил. Ищи. Ну, если не найдет, возможно, где-то пробежал уже, снегом запорошил. Возможно, и вместе не найдем. Давай, давай, ищи. Нашел. Замечательно, нашел. Супер собака, молодец. Хорошо, хвалим обязательно собаку. Хвалим, молодец, умничка. Нашел, молодец, поиграем чуть-чуть. Играем, супер малыш, хорошо.
Браво, собака. Хорошо. Супер, мальчик. Пошли. И на этом упражнение закончено. Старайтесь, чтобы собака выходила всегда победителем в игре. Чтобы собака находилась, чтобы не было разочарования у собаки. На всякий случай можно взять с собой еще один предмет. По крайней мере, забрасывать нужно недалеко и не так сложно. Потому что от каждого собака, с каждым забросом собака тренируется.